Но по уму, по образованности, мы уже не та форма. Не тот центр. Тяжести. Мне уже не раз говорили мои приятели. Ахвицара, митрополичи басы, маркеры. Они мне говорили, чего ты не закупишь всех магазинов на Крещатике. Так я им говорю, на черт ты эти меня хлопоты. Когда я, например, начал строить в Липках дачку. Такой двух, трех. Ну, такой этажный домик. Так я вам скажу, столько хлопотов. Столько хлопотов. Вот парад. Главное у человека не деньги, а натурально хворма. Ученость. Потому ежели человек ученый, так ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. И тогда, когда тому, одному, которому ни в чёному, будет и белое, так уже ему, в чёному, которому, будет уже как, ну... Зелёный! Нет, рябое. Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения. И когда такой человек, если он ученый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становится еще выше, лаврской колокольни. И когда он студово глянет вниз на людей, так они ему покажутся, кажутся такие махонькие-махонькие. Все равно как мыши. Пардон, как крисы. Потому что это же человек. А тот, который он тоже человек, не вченый, но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но нет. Ну, разумный. А страшно.